это Джеркель и Детройт. Я больше не могу читать хуйню, за мной контроль. Поэтому у меня боль. Беру навстречу автомат, и ты бизнес-партнер. У меня все нормально, мама думала, я долбоеб, потом купил ей хату. Я бежит до самки, я хоркнул, ебало друга, он женился на шалаве. Токнул ему фейковый Джордан, я Никита Ефремов. Хоть делай мне массаж, как ни крути, ты не заденешь. У мертвых оппонентов теперь магазин одержит. И мы причина, по которой потеряем зрение.